улицы. Это Норильская, вторая Брянская караульная, это Ирыгинский проезд и это улица Алексеева. То есть на этих улицах к концу года должны загореться новые фонари, должно быть установлено современное освещение с люминесцентными лампами. Там будут опоры освещения новые, кабельная продукция и новые, соответственно, лампы. На этих улицах была большая потребность, и в сентябре был заключен муниципальный контракт с компанией «Красноярск Дорремстрой» на сумму 33 миллиона 800 тысяч рублей. Работы эти сейчас идут по графику, и, скорее всего, они закончатся.